он хуйню. Да я ему хули показать, где, блядь, я живу. Да я хули живу, вот граница, выхожу на, на балкон. Блядь, у меня граница светится в Китае, ёбаный. Он не верит. Кто-то не верит. Ночной Китай. Китай смотрится, да? Ночью. Да, Маньчжурия только. А, Маньчжурия. Маньчжурия, это не Китай, что ли? Это столица ихняя. Пекин. Ну, это и есть Китай, да, Маньчжурия? Да, 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 да. Ну, я же уже на другой стороне. Вот, смотри. Китай, Монголия, вот Монголия, она всегда, пусть с любой стороны будет рядом. А вот смотри. Это примерно где здесь, вот Байкал, вот это, да? Смотри, мамы. Таптурхан, да, вот алюзию. Там мы едем. Мы здесь, вот, здесь. Вот это Купсунур называется, это озеро. А вот это Байкал есть. Ольдин Гайнеру Гережин, а? Да что-то тут я вообще пиздец. Вот так мне заезжать. Молдаш. Вот это и Байкал. Молдаш. Вот Байкал. Да, да. А ты где примерно? Примерно. Блять, это вообще непонятно, да? Рендер Монголия. Ты вот так сделай. Рендер Монголия. Рендер Монголия. Рендер Монголия. Рендер Монголия. Там же Монголия, да, Иремис? Да, ну, да, рядом, вот, ну, вот, вот Монголия. Ну, в Китай ехать там через Ирем или что там? Не, где бы ты не хотел, вот Монголия. Где бы ты, блядь, не заехал, везде Монголия. Получается, Ирем же. Потом в Иреме там, с Иреме там Китай, короче, там я про жену говорю. Там как Китай ехал. С Монголии ехал. Монголия, Китай, она. Ну, Тувая, Монголия, потом Монголия, Китай. Но он через границу хуярил. Там у вас верблюды ходят в Монголии. Не, не только у нас верблюды ходят. Где у вас? А? Одногорбый? Или двухгорбый? Не, двухгорбый. А? Ты не поверишь, там ишак уже есть. Ишак, не знаю, зубр есть. Да это, блядь, единственное место, где это встречается. Верблюд, ишак и северный олень. Олень заебался. Да, не, глаз на глаз они встречаются. Он красивый пиздец. Нихуя рога там нарастают, да? Олень что ли? Бля, я не видел оленя, у меня глазами. Серьезно, рыжей не рыча. Ну где он его, там олень нет. На одну. Где я его, там олень. Охуевший. Ты сам олень? Дурак что ли? Да я тебя не понял. Я не олень, дурак что ли? Да ты я тебя не понял, говорю, ты видел оленя. Оказывается, я видел. Где я живу, там олень. А, я его не понял, он говорит, вот сам олень. Вот такое я понял. Да русский, да, олень как дурака же принимали. Как лохана. Говорят, мацаря. Ну, для русских это, блядь. Ну, типа, ты олень, это типа, что ты, блядь, дурак или лох, типа того же. А-а-а. Есть ли такое? Ну, блядь. Я знаю то, что животное есть такое. А мне почему будет животному приравнивать? Хуя будет. На
человека, да? Да, конечно. Да, и есть такое. Если я буду слушать каждого, я охуею, да, и все, да? Правильно? Да, ты. Не понял. Ничего, с местами помню. Да вчера же меняли. Не надо, да, вот это тебе. Он имеет в виду рули. Поменяем с тобой. А, ну, давай, может. Я тебе не понял. Джоня, понимаешь, что ли? Да я понимаю, они просто... Тимура, хули. Слова говорит такие, да, нормально разговаривают. Не, они нормально разговаривают, но иногда, ебать, вот... Пиздец. Мы с Тимуром разговаривали, блядь, на крыше, на хули красили, да? Он хули говорит, я хули уебался там, ебать, обшейлер, да? Все. Я говорю, шишек наставил. Тимура хули говорит. Я две шишки поставил. И понять не мог. Повтори еще раз, да? Я две шишки поставил. Шишки? Ну, и поймай. Да, да это, блядь, тебе послушалось. Не-не-не, да скажи две шишки. Две шишки. Скажи. Ну, сыски. Ну скажи правду. Сыски. Не, вот шишка, да? Да вот, ебать, ударился, блядь, об железо. Да и все, мы красили просто в натуре. И все, он сказал, я понять не мог. Сиськи, сиська. Вот. Сиськи. А что, не та слова? А так ты сказал и понять, что можно. Вообще, а как правильно должно звучать? Вот? Шишки. Шушки. Шушки. Ше, да. Ше и И. А не сышки. Я не говорю, что... Короче, давай я перебью. Сишка. Ну, например, допустим, часы, шишки. Да? Часы. Часы, я говорю. Часы. Часы. Ну, часы давай покупим, да? Или... ЧС всегда. Давай купим, да? Часы. У тебя S вылетает. Ну-ка скажи, часы. 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 Да. Вот, часы. Вот. Часы мне вот там, я в Томске, мне друзья были там. Часы, говорю. Шишки. Ну-ка скажите, ну. Шишки. 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 Не, ну. Не, по-моему, это сам неправильно там, слушай, если говоришь. Слушай. Не, вообще. Не, не вообще. Я, вот, слышь, вот вообще пишется там. Ши-шки. Нет. Шишки. А ты видишь, шишки, что ли? Шишки. Шки. Нет. Ше и. Но я. В русском языке. Пишется шишки, ар. Вот, а, да, озвучивайся там уже чуть по-другому. Конечно, пишется конечно. Ну, а, говорится конечно. Вот так вот это. Ну, даже что, что. Да. Типа то, ну, допустим, я там, понял. Здесь пишется через букву Z. Ну, ты все равно, я тебе говорю, как бы базаришь там. Нет, я правда там... Выговариваю неправильно. Ну насчет этого я согласен. Конечно, да. Конечно, да, конечно. Да, ну во всем зависит. Конечно, зависит. Шишки, да, шишки. 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 Да, как положено, ладно. Ну, обычно, ну, говорят еще, да. Ну, пишет как сентябрь, а говорят сентябрь. Так, не знаю, да. Сейчас. Ты слышал такой по городу? Волк забрался на лудом. Вроде сел не то давно. Типа, я не... Ну про волка, ну, я расслышал. Волк остальное... собрался на удон, вроде сел не так давно. Волк? Ну. Собрался на. Попитали, крутой катер, сидел, будет, блядь, забыл нахуй. Встречаю, забыл. Волк собрался на удон, вроде. А,
А все это, чему это рассказываешь? А просто так? Ну, например, хотя бы просто, например, один. Ну, поехали. Да так просто. Упражнено, упражнено. Смысл? Смысл? А, смысл. Смысл? Да так, блядь, не узнаю стихотворение, блядь, позабыл чуть-чуть, вон, хотел поделиться. Понял, да? Ну, понял, а вот просто смысл про это стихотворение просто так ходи, ну, так, ты понимаешь. Да смысл то, что, блядь. Не по стихотворению, а просто вот так. Смысл, да? Да. Стихотворение. Ну, блядь, его не понять. Не понять, да? Ну, ты его, ебать, так поймешь, другой человек так поймет. Есть такие стихотворения. Ну, кто-нибудь учил в первом классе «Белая береза»? А? Учили? Не, учил. Учил, забыл. Не, правда. Да. Учил. «Белая береза» под умением учил. Да. Снег. Ёлки серебро. Да. Да, все учили. Да. Лукомор, ты зеленый. Да. Белеет парус одинокий в тумане море голубом. Кто написал, да? Пушкин? Сам. Пушкин, нет. Лермонтов. Лермонтов. Вы даже не... Нет. А кто? Лермонтов. Сенин, что ли? Лермонтов. Лермонтов. Нет. А что? Лок. Да, да ты сам Лок. Вот, пацана спроси. Так. Что написал? Лукоморье дуб зеленый. Не. Это лукоморье дуб зеленый. Давай. Пушкин. Белая береза. Пушкин. Я вот говорю. Нет. Не, вот это насчет этого. Там где сидишь? Лермонтов. А вот белый парус одинокий в тумане моря голубом. Лермонтов. Ты же два написал. А это говорит, что Блок написал. Да Блок это хуй. Не, да это не Блок. Белая береза. Не. Нихуя ты студент, оказывается, да не, я просто, меня вот это стихотворение заебали. Она, я помню, в книге такой маленькая была такой. Ну я, если честно, я не помню. Я говорю, серьезно. Дэн, адрес согласись. Вообще-то мы начали спорить из-за стихотворения, это из-за белого паруса, согласись. Да похуй, что. Ну сейчас в том, мы сейчас русского поймаем, спросим. Да. Да он интернет есть, вот пацан теперь. Ты же сам можешь набрать его, ну, проверить. Белая береза, набери, кто написал. Не, вообще не про белый, но мы вообще про белого паруса начали спорить. Ну, белого паруса. Начали спорить. Это Лермонтов написал. Конечно. Что?
бутылку куда попить? Да он проводит, когда смотри, что можно открывать. Слышь? Да. Да, кстати, вот. Ни хрена ты. Кстати, ячейка. Не, кстати, мы вообще сходили, не пробыли берем. Да, правильно, да. Да. Про осень в основном и про природу. В основном если да, он за белую березу не писал. Не, 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 не. Он про природу много писал. Он в основном про природу писал. Он когда его СССР, получается, эти были, ну и поиски, когда народы были, и вот эта психушка посреди. Он у него вообще, у него родина идет, как у вас на данных листиках. То есть он любит родину, любит Россию, природу, вот это письмо свое. Получается. Но из-за этих как раз при его начале запретили издательство. И он это все вот, ну, писал, из-за того, что у него психушка посреди начали, там он умер. Вопросик маленький. Вот, насчет ну, стихотворения мы тут спорим. Есть такое стихотворение. Вот, белеет парус одиноко, в тумане море голубом. Кто написал? Не знаешь? Лермонтов написал. А он говорит, Пушкин. Я вот русский человек. Город у меня. Пушкин не шкманит. Лермонтов написал. Лермонтов. Еще написал Белого. Про березу то он написал. А про парус-то Лермонтов написал. Но точно я не помню. Серьезно говорю. 100% не говорю. 100% не гарантирую. Да, вот. Ну, все равно там я не школе мне. Сикатрени говорю. Я бы там строю там, например, да, там давай сикатрени говорю, я тебе рассказывал. Я тоже рассказывал. Я малой был вообще. Блять, ты пиздец вспоминаешь такое? Нет, конечно вспоминаю. А что, я забуду что ли? Не, говорю, такое мне рассказывал, что я сам, блядь, малой был рассказывал. Я тебе вот говорю. А что он научился? Кто написал? Полгода, а? Полгода. В каком году я? Рождение. Восьмом. Восьмом? 88-м, какой 98-м? Какого года рождения? 88-м я, два гроза. А ты какого года? 92-го. Где 20 тысяч, да? Пиздец, пиздец, охуенный у вас разница, нахуй. Сегодня же, какое число? 25-е. Через 4 дня у меня день рождения, оказывается, да? 29-е. В Козыле будем отвечать. Козыле. А кто туда едет вообще? Я отвечу. До 4, да? Это родная Красноярск. Красноярск приезжал. Если не веришь, смотри, я вот тут написано. Я тебе верю, верю. Сказал, что езжу. Бля, я только что вспомнил. Мне кажется, скоро день рождения. Да я тут на упасе едет. Да, это Тимуджин. Самоохуевый.
что такое Демиджит? Демиджит-то? Он дохуя что сделал, не умеет. Да у него тувинки, да? Вот эти сага. Ты посмотри фильм «Монгол», первый и пошли. Кто он такой, Демиджит? А? Кто он такой? Да, просто, как сказать, Демискан после... раньше его смотрели. Не-не-не, после через Демискана он пошел. Тар, ну я, это мой. Монгол, короче, блядь. Нахуй ты набрал эту хуйню? Записать, он отвечает. Ты че ругаешь, Дель? Да просто нахуй. Набрал в натуре фигню. Я не ругаюсь, я просто говорю. Да не, просто у нас... Да я сейчас его буду рвать. То ты меня? Не, его я сейчас буду рвать. Ну правда. А что, ебёт? А? Ну ладно, я. А? Я ухо. Я выфора молчу и с Никосом ещё покушаю. Да, уважайся, это для тебя, братух. Тащи. Да не, я не хочу, правда. Сигареты, знаешь, брат, сигареты. Сказали нам, что будет за 150 человек что-нибудь купить, а мы. Проводись, а меня... ты из этого во сколько купил? Она сама говорила. А, да ты, блядь, так, блин, не объяснил бы. А, да нет, я просто не знаю, что... Я думаю, что ты знаешь. Нет, тут ты объясни сперва. Не. Андрюх, а мы без вещи, Андрюх, Андрюх. О, ты ведь хапарки, то что... Хэтэк мэнь, хэтэк бэшпэнь, он дэвэп. Ма, хэтэк бэшпэнь, гэшу за шагар... Ой, пэль, гэмин, чпэйна шагар... Бистин бо арагас эндэгэ моосан арагас бисэн тийш бисэ жума. Тамэндэ. Энэк бага. Я. Нуа. Ам арагас бисэ. Ербосо кызга бар едра. Үргэнэсин. Синэн нат моосан нам на фатра. Я. Райэс лэт моонорогар бада. Бар бисэп ян бо. Ки. Мэла мада бар бис. Хамишти я. Хамуй дана. Я хули чок играю. Играю. Он дигле тем бьёс отхвост. Эшки, шли свара. Чок, он дигле тем молоды отхвост. Ну, хорошая. Ты слышишь? Ну, скажи, суба, санкпане. Э? А, суба. Я хуй. Денис. А, бати. Короче, тут у нас водка, всё. А? Водка, короче, закончилась. Вот, пиво я. Сейчас будем раздевать минеральную воду. А я вот пиво. Да это? Купил утром, ёбаный в рот. Вот. На, давай вот пиво.
ладно, я понял. Не, вы, блядь, предлагаете. Да не, мы просто предупреждаем, но все, нет. Короче, у нас крепкое пиво есть. Янтарное. Светлое. Да, янтарное. Просто, просто говори. Блять, ты вообще быстро залупаешься. Я-то? Ну. Да не, просто понять. Да нет, я вообще, блядь, я... Да ты просто, блядь, понять меня немножко, когда поймешь, когда скажешь. Я понять просто не могу, ты мне говоришь, остановиться, да? Вот, то бишь, ты мне говоришь, ну с русскими, да, водка заканчивается. Вот они мне говорят, водка заканчивается, то бишь, покупай. Вот так, да? Ну, например, так. Ну, так же? Да. И что, это тебя огорчает, да? Я не понял, я понял вас. Да, ну, да. Они мне... Не, пацан, давайте вообще не будем спорить. Да не, просто... Да они мне говорят, водка уже заканчивается, да и все. Денис, водка заканчивается. Объясняет. Законьте ласку, где? Не закончил, законьте ласку. Там пиво есть, да. Ну, я его понял, что бишь. Уже ебать не заканчивается, нам да, еще покупать. Да? Да? Нет. Он говорит, вот на законку, там пиво или не ваше. Да не, я его не, помню. Ну, типа... я его понял. Ну я тебя понял. Я ну не думаю, еще брат типа того. Но, спасибо. А мне так кажется то, что, блядь, водка закончилась, еще брать будем. Да, да, да. Не, вот да, я да, про да. Это, который ты брать будешь, я про это вообще ничего не говорю. А я-то подумал так, блядь. Ну. Я-то подумал так. Нож? Ложка. Есть нож? Ложка. Ложка. А, только чайная. Блин, нож. Ну так, он ножи в полного есть. Я не понял. Да, да ты, блядь, шумишь там. Где нахуй шумить? Где ты, блядь, шумишь? Один, блядь, орёшь. Даже отжить стал, да? Да, да, отжить. О, вообще он спал, но его, блядь, аж разбудил, нахуй. Подожди, срочно ломусь и овощи тужину. Не понял. Не, ну по армейке, ну срочно, а, срочно, да, ломусь и овощи тужину. Yani olduğunda çok da kötü. Bak karar var. Bak senin kararını da karar verdik gideyim mi derim. Onu mu çoğalatacaksın? Çoğalat mı? Becep ben kalpeyden karar oldu. Onu da var mı derim. Gideyim mi derim. Canı senin bazınlar bana dokunuyorlar mı bu artık? Ne yüzünden aşağı mı veriyorsun? Şimdi öyle. Bari öğrenin aklı alır mısın? Yok ama da, türlü ne kadar, ben de öyle görecek mi? Vallahi,
Я не могу.
Хорошо, что нету. Давай после этого успокоимся. Ну, насчет пятного, в любом случае, нам еще дальше четыре еще нужно ехать. Да. А что это? Ты дышаешь ехать? Чему? Говори. Я буду мешая ехать? Не, да я вообще говорю. Сидор. Да, Сергей, где? Я не знаю, что это. Конечно, я не знаю, что это.
10 минут стоим. 10 минут.